Здравствуйте! В эфире новости Алматинской области на канале ЖТСУ. В студии Гульмира Тимиргалиева, сурдоперевод Даурена Абдрасилова. Около 30 новых случаев COVID-19 выявлены в Алматинской и области ЖТСУ. На сегодняшний день здесь наблюдается динамика роста коронавирусной инфекции, которая по сравнению с прошлой неделей значительно увеличилась. За прошедшие сутки зарегистрировано около 30 новых случаев коронавирусной инфекции. В Балхашском районе 3, Жамбылском 2, Илийском 6, Карасайском 8, Талгарском 1, Уйгурском 4, Панфиловском 3, в Каратальском районе и городе Талдыкурган по одному случаю. Области находится в зеленой зоне. Здесь продолжается вакцинация населения от коронавирусной инфекции, в том числе и подростков от 12 лет. На сегодняшний день в регионах функционирует 366 прививочных и 67 передвижных пунктов. В настоящее время для жителей двух областей доступны три вида противовирусных препаратов – Касковидин, Синофарм Вирацел и Комирнатип Файзер. Учитывая рост показателей заболеваемости COVID-19 в стране, межведомственной комиссией было утверждено решение о принятии дополнительных мер в случае перехода регионов в желтую зону. В настоящее время в нее входит город Алматы. Учитывая текущую ситуацию, сотрудники санитарно-эпидемиологического надзора советуют воздержаться от общения с людьми с симптомами заболевания и пройти курс повторной ревакцинации. Операции на сердце по новым технологиям начнут делать кардиохирурги областного кардиологического центра. Это стало возможным благодаря коллегам из Турции, которые провели в Талдыкургане мастер-класс по внедрению новых технологий в сфере кардиохирургии. Так, путем электрофизиологического обследования удалось восстановить нормальное сердцебиение 6 жителям региона. По словам хирургов, операции прошли с помощью системы, которая точно определяет наличие сердечной недостаточности у пациента. До этого людей с таким диагнозом лечили препаратами. Теперь же излечить больного можно при помощи аппарата «Эфистанция». Следует отметить, что специальное оборудование областная клиника получила в дар от компании Global Medical. Ее же сотрудники продемонстрировали возможности техники на прошедшем мастер-классе. Особенность этого оборудования в том, что оно способно, так сказать, заглянуть внутрь сердца и вывести на экран монитора карту органа и показать, какое лечение нужно применить. Совместно с коллегами из Турции, из кардиохирургического центра Алматы и нашими специалистами прооперировано 6 пациентов. Мы и раньше делали подобные операции, но без помощи такой современной аппаратуры. Теперь же она облегчит нам задачу в лечении пациентов со сложными сердечными заболеваниями. Здоровая молодежь – будущее здоровой нации. В рамках года ребенка дети города Кунаева прошли бесплатное медицинское обследование. Врачи проконсультировали родителей и поделились рекомендациями. Более 200 детей прошли медицинское обследование. Их осмотрели опытные врачи из Кунаева и Алматы. В центральной городской больнице родителям предоставили бесплатные консультации и необходимые путевки. Самое главное, квалифицированные специалисты оказали помощь детям, нуждающимся в операции на сердце. Двоих детей отправили в Нур-Султан. На сегодняшний день есть и те, кто уже прошел курсы лечения. Это очень радует нас. Основные жизнеугрожающие заболевания, которые требуют пристального внимания, и маршрутизация пациентов с этими диагнозами строго регламентированы. Махпал Камбарбекова – опытный специалист, детский врач. Оказывает необходимое лечение детям и подросткам. Активно пропагандирует здоровый образ жизни. Она дает соответствующие советы родителям, подчеркивая, что здоровье молодого поколения важно. Особенно предупреждают, что летом за ними нужен особый уход. А, казалось бы, явные симптомы заболевания не всегда ими являются. Родителям стоит помнить, что не всегда небольшой насморк и легкое недомогание требует лечения. Зачастую ребенку просто нужен отдых. Дополнительные занятия, спортивные секции и кружки вызывают переутомление, которое и может спровоцировать легкое ухудшение самочувствия ребенка. Срабатывает защитная функция организма. В данной ситуации ребенку нужно всего лишь отдохнуть. Здоровье детей – здоровье будущего. У медиков Кунаевской городской больницы много масштабных проектов на этот год. Они особенно нацелены на поддержку тех, кто нуждается в медицинской помощи, однако не имеют этой возможности ввиду дорогостоящего лечения. Жандос Назарбаев, Мадина Берег, КЗ, Аблай Куттыкбай, телеканал ЖТСУ, Алматинская область.
Военно-патриотические игры «ЖАС-Сарбас» прошли в Алматинской области. В них приняли участие воспитанники кадетских классов региона. Курсантам выдалась возможность проявить себя не только в военных, но и спортивных состязаниях. Для этого в средней школе номер 3 города Кунаев организаторы создали все условия, чтобы юные воины смогли проявить свои лучшие качества. Железная дисциплина, молниеносная реакция, решимость, смелость и другие качества продемонстрировали на церемонии открытия военно-патриотических игр «ЖАС-Сарбас» мальчишки и девчонки Алматинской области. В четвертых по счету соревнованиях приняли участие 10 команд. Для начинающих курсантов одним из ярких моментов игры стал показ боевых искусств в исполнении действующих бойцов казахстанской армии. В этом году участвуют команды Карасайского, Еңбекшіқазақского и Жамбылского районов. Основная цель мероприятия – пробудить в детях патриотические чувства, а также познакомить с навыками военной подготовки. Традиционный этап турнира – разборка и сборка оружия. С этого и начались испытания для юных курсантов. В их руках – автомат Калашникова. Цель – за максимально короткое время разборки и сборки принести команде дополнительный балл. Стоит отметить, что порядка полусотни кадетов показали блестящий результат. Среди них и участник соревнований Ернар Турарбек, учащийся одной из школ Кунаева. Мы уже участвовали в подобных соревнованиях в городе Караганда. Они очень интересны, мне нравятся. Сюда мы приехали с хорошей подготовкой. Надеемся, что займем первое место. «Один за всех и все за одного» – таков девиз участников второго этапа эстафеты. Наряду с этим юные бойцы показали умение ориентироваться в пространстве по компасу, а также проявлять смекалку в случае чрезвычайной ситуации. И это при том, что на каждом из них было защитное обмундирование. Одним словом, испытания были приближены к реальным боевым задачам. Это одно из хороших мероприятий, которое воспитывает нашу молодежь в духе патриотизма и военной дисциплины. Она также помогает ребятам адаптироваться в любых ситуациях, находить контакт с людьми. От нашего Еңбекшіқазақского района участвуют 3 команды. С каждым годом увеличивается число участников в военно-патриотических играх «ЖАС-Сарбас». По мнению специалистов, это связано с растущим интересом подростков к военной подготовке. Вместе с тем она дает детям возможность выбора профессии. Только в Алматинской области более 50 кадетских классов. В ближайшей перспективе их число в регионе будет расти. Гульмира Тимиргалиева, Мадина Берекқызы, Ерлан Азамбай, телеканал ЖТСУ. Наша сила в единстве. В текущем году исполняется 27 лет с момента создания Ассамблеи народа Казахстана, уникального института гражданского общества, главной миссией которого остается сохранение общенационального согласия и единства в стране. Руководитель Ассоциации греческих сообществ Казахстана Георгий Иорданиди – один из тех, кто стоял у истоков создания Ассамблеи народов Казахстана. И сегодня, используя свои знания и жизненный опыт, он продолжает вносить вклад в укрепление межэтнических отношений и толерантности в обществе. Георгий Иорданиди – уроженец села Панфилова Талгардского района. Долгие годы он возглавлял объединение общества греков Алматинской области и работал над возрождением культуры и национальных традиций в своей общине. Сейчас член Ассамблеи народа Казахстана продолжает активно работать над внутриполитической стабильностью, взаимному доверию и уважению многочисленных этносов Казахстана. Георгий Константинович, я считаю, вносит огромный вклад не только в греческую, но и в целом для Ассамблеи народа Казахстана. Он участник многих, будем говорить, мероприятий. Я думаю, что кто сегодня в рядах Ассамблеи, все Георгия Константиновича знают, любят, уважают за его работу, за его труд, за его искренность. Вот сегодня преддверие его юбилея. Конечно, хочется ему пожелать здоровья, успехов, благополучия, ну, и дальнейшего процветания. Лидер греческой диаспоры Георгий Иорданиди отмечает, что за годы существования Ассамблеи Казахстан достиг значительных успехов в развитии собственной модели стабильности и согласия в многоэтническом обществе. В первую очередь это стало возможно благодаря людям, трудившимся во благо единства и дружеских отношений между народами. Георгий Константинович очень уважаемый и видный общественный деятель, который честно выполняет свою работу. Как ученый, физик и преподаватель, имеет большой опыт в организации и управлении.
Сегодня деятельность Ассамблеи народа Казахстана направлена не только на скрепление интересов всех этносов, но и на развитие изучения языков, института медиации и благотворительности. Большая роль уделена и пропаганде культуры казахского народа и государственного языка. Аделя Кжаркенова, Еркин Танумсиитов, телеканал ЖИТСУ. За последние 6 месяцев на дорогах Алматинской области погибло 87 человек. Еще 433 человека получили различные травмы. Кроме этого, дорожными полицейскими региона зарегистрировано 286 дорожно-транспортных происшествий. Как показал результат экспертизы, основными причинами происшествий являются превышение скорости, вождение в нетрезвом состоянии, несоблюдение правил проезда перекрестков, отмечают полицейские. На водителей, игнорирующих правила дорожного движения, с начала года составлено около 70 тысяч административных протоколов. Из них на пешеходных переходах 575, за выезд на встречную полосу 31, за езду в нетрезвом виде 140 водителей лишены права управления. Транспортные средства водворены на спецстоянку. В настоящее время с 4 по 8 июля проходит оперативно-профилактическое мероприятие, в рамках которого выявлено 2526 административных правонарушений. Кроме того, по указанию руководства департамента полиции Алматинской области, на постоянной основе проводятся подобные оперативно-профилактические мероприятия. На юге Франции, в Авиньоне, после 2-летнего перерыва в привычном формате открывается самый большой в Европе знаменитый международный театральный фестиваль. В этом году в программе принимают участие более 40 спектаклей со всего мира. Наряду с официальной программой любители театра смогут увидеть 150 постановок в рамках фестиваля ОФ. Мы очень рады, потому что мы всегда принимали участие в этом праздничном параде, где все танцуют и поют. Мы очень рады, что снова можем собраться вместе после 2-летней паузы. До конца июля Авиньон становится столицей театра, и архитектурное наследие города трансформируется в театральные подмостки. От величественного папского дворца до импровизированных площадок в кафе. Некоторые опасаются, что из-за новой волны ковида могут вернуться санитарные ограничения. Всегда немного переживаю, что фестиваль остановят. Но в Бельгии пока все в порядке. И в Авиньоне нам показалось, что тоже. Надеемся, что так будет и дальше. Бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ скончался в результате совершенного на него покушения. Нападение на бывшего премьер-министра Японии было совершено в городе Нара. По данным местных СМИ, в политика выстрелили во время его выступления. Нападавший задержан. Им оказался 41-летний местный житель, бывший военный моряк Тецуо Ямагами. По данным спасательной службы, во время транспортировки у пострадавшего случилась остановка сердца. В правительстве создан кризисный штаб. Глава кабинета Фумио Кисида отменил все намеченные планы и срочно вернулся в Токио. Отметим, в Японии сложно получить оружие, и случаи стрельбы, особенно в лиц такого уровня, очень редки. Перед тем, как приобрести оружие, граждане проходят строгий осмотр и тесты на психическое здоровье. Но даже в случае одобрения они могут претендовать лишь на дробовики и пневматические винтовки. Спортсменки, чемпионки и просто красавицы. В Илийском районе прошли соревнования по чирлидингу. Забава, которая пришла к нам из США, становится популярной и в нашей стране. Что неудивительно, в зрелищности этому виду спорта точно не откажешь. Соревнования среди танцевальных групп поддержки спортивных массовых мероприятий прошли в рамках детско-юношеского фестиваля спорта. Подробности далее. Чирлидинг – смесь танцев, гимнастики и шоу. В прошедших в Алматинской области соревнованиях участвовали юные спортсменки из спортклубов Алматы, Илийского и Карасайского районов. Еще несколько лет назад в нашей области никто не знал, что у нас культивируется такой вид спорта. Пришедшая из далекой Америки зрелищная физкультура в Казахстане тоже пришлась по вкусу. Сейчас она активно развивается, и ее поклонников становится все больше. Но вообще федерация чирлидинга, Казахстанская национальная федерация чирлидинга, существует уже 17 лет. Это республиканская федерация. В городе Алма-Ате находится самое большое количество чирлидеров, самое большое количество команд. И вот с этого года нас пригласили в спортивную школу Илийского района, и мы открыли здесь отделение тоже чирлидинга.
Пока у нас идет, некоторые тренера у нас идут на наборе детей, но есть у нас одна команда из города Каскелена, которая уже существует на протяжении нескольких лет. Уже детей мы сейчас подаем на разряды кандидатов в мастера спорта, потому что они стали чемпионами, чемпионами республиканских соревнований, чемпионами даже каких-то выездных соревнований был для детей. То есть мы уже не только новички, мы уже, можно сказать, профессиональные спортсмены. Школьный задор, яркие образы и почти цирковая акробатика. Черлидинг – это костюмы, танцы и задор. В выступлениях участницы используют красочную форму. Обязательным атрибутом выступления являются пушистые помпоны. Делать все синхронно и приземляться правильно. У участниц есть всего 2,5 минуты, чтобы продемонстрировать свою ловкость и грацию. Черлидинг – это вид спорта, там, где приходят много людей, детей. Веселый вид спорта, можно найти новые знакомства. Он, конечно, не родной, пришел с Америки, но все же он очень интригованный, веселый, интересный. Приходите, экстремальный, да. Если вам нравится экстрим, приходите к нам. А вот любители бадминтона вооружились ракетками. В турнире, который также прошел в рамках детско-юношеского фестиваля, приняли участие воспитанники 5 спортивных школ Алматинской области. Играли они в одиночных и парных разрядах по 2 партии до 11 очков. Если счет был равный, то дополнительно назначали еще один гейм. Бадминтон – это очень увлекательная и красивая игра, в которой удачно сочетаются элементы тенниса, волейбола и легкой атлетики. Но он был редкостью для Алматинской области. Только 2 года назад в специализированной детско-юношеской школе по гандболу и футзалу открылось отделение по этому виду спорта. Его главная задача – приобщить детей к активному и здоровому образу жизни. Бадминтон спорта. Бадминтон – это очень увлекательный спорт, особенно для детей. Секция по бадминтону в спортшколе Еңбекшіқазақского района была открыта 1,5 года назад. У нас много юношей и девушек, которые хотят заниматься и побеждать на соревнованиях. Кстати, за 1,5 года в жизни этой спортивной секции произошли, хоть и небольшие, но весьма яркие события. Мы победили на областном чемпионате и стали призерами республиканского первенства, прошедшего в прошлом году. Свое первенство в черлидинге на областном уровне вновь подтвердили представительницы города Алматы. А в турнире по бадминтону первенствовали воспитанники спортшколы Еңбекшіқазақского района. Лилия Штогрина, Бекжан Кенжебай, телеканал ЖТСУ. Выносливость и сила воли. В акватории Капшигайского водохранилища проходит официальный чемпионат Республики Казахстан по плаванию на открытой воде. В 3 возрастных категориях водные рубежи покоряют порядка 100 пловцов из 10 регионов нашей страны. О ходе этого республиканского первенства расскажет Лилиана Штогрина. Дух, сила и воля к победе – это то, что объединяет этих спортсменов. Сегодня задачи участников чемпионата Республики Казахстан по плаванию на открытой воде было проплыть эстафету 4 круга по 1250 метров. Ранее мужчины и женщины испытывали себя на прочность в олимпийской дистанции на 10 километров и морской миле на 5 километров. Плывут брасом, кролем и на спине. Стили плавания можно чередовать. Однако самым эффективным в этом виде считается вольный стиль. Первый день, самый сложный день был. 10 километров ребята плыли олимпийскую дистанцию. Второй день плыли ребята морскую милю в тяжелых погодных условиях на сложной волне. Дистанция сократилась вдвое, так как была опасность. Ну, сложно было ребят контролировать в воде. На третий день дистанция 5 километров была. Чемпионкой самой протяженной дистанции в этом чемпионате стала представительница Актюбинской области Диана Тажанова. Мастеру спорта по плаванию на открытой воде на этот раз хватило и сил, и скорости. Нелегкие километры она преодолела уверенно, свободно и спокойно. Чувствуя себя комфортно и в буквальном смысле этого слова купалась в волнах Капшигая. За свои успехи благодарит и своих тренеров по плаванию, и своих родителей, которые с самого раннего детства сумели привить ей любовь к этому виду спорта. Я начала заниматься в 4 годика, в профессионально уже лет в 7. Я всегда любила плавать, с самого детства, как мне рассказывают, и до сих пор люблю очень сильно плавать. И я пробовала разные виды спорта, и все же плавание. Тружусь, конечно, я плаваю по 2 тренировки в день. И в воскресенье у нас есть тренировки по 10 километров, плаваем за тренировку. И это, конечно, очень тяжелый труд, и не каждый сможет.
число победителей и призеров по результатам 4 соревновательных дней входят и представители области ЖТСУ. На дистанции 5 километров очень хорошо себя показал Никита Федотов. Талдыкурганцу сполна хватило сил и для основного решающего рывка в финальном круге. Одним словом, борьбу за первенство он вел, как говорится, образцово-показательно. В результате спортивные почести и первое место. Я пришел в плавание, получается, в 7 лет. Я пришел за следом с сестрой, потому что сестра занимается уже профессионально, и мне понравилось, как она начала заниматься, и успехи пошли у нее в спорте. И поэтому я перешел в бассейн сначала, был призером чемпионата Республики Казахстана, потом я перешел на открытую воду, так как на открытой воде стали больше появляться успехов. И также появились результаты. Результаты не заставят себя долго ждать, если подготовка к такому роду чемпионатам будет проходить на открытых водоемах, отмечают специалисты плавания. Спортсмен может очень результативно плавать в бассейне, но это совсем не значит, что хорошие показатели у него будут и в заплыве на длительные дистанции на открытой воде. Хотелось бы, конечно, почаще выезжать на открытые водоемы, где есть условия, где можно тренироваться. Но у нас в основном подготовка вся идет только в бассейне. А подготовка в бассейне и на открытой воде – это две разные вещи, так как это разные виды спорта, хоть и одно плавание. В бассейне все так тихо и чисто, а на открытой воде волны и погодные условия – это совсем другое. Всего за звание сильнейшего в чемпионате Республики Казахстан по плаванию на открытой воде борются чуть больше 150 спортсменов из 10 регионов Казахстана. Окончательные итоги будут подведены 10 июля. Лилия Штогрина, Бекжан Кенжебай, телеканал ЖТСУ. Такой была картина уходящего дня, а я с вами прощаюсь. До свидания.